это рассказывать, что там у тебя? Ну, вначале вообще тяжело было. А потом совсем хреново. Я вот что узнал, мужики? Оказывается, день, он длинный. Да ну. Оказывается, есть суббота. Зима. Оказывается, если в снегу спать, простудиться можно. Да, 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 да. От остановки до дома, оказывается, можно чистым дойти. Да, дойти можно. Аншлаг не смешной, оказывается. Бред какой-то. Начал людей понимать. Собак перестал. Слушай, ты пока там, скажи, у меня жена красивая. Да подожди ты с бабой своей, ты мне на главный вопрос ответь. Вот в этой твоей новой фазе минусы-то минусы есть. В политике вообще перестал разбираться. Вот еще одну штуку сейчас вам покажу. Только рюмка водки на столе. Так вот, это не гимн России, парни. С работы уволили. Переаттестацию не прошел. Главное, раньше-то проходил все время. Стал много вопросов задавать. Почему такая маленькая зарплата? Почему раньше меня этот вопрос не волновал? Когда сын женился? На ком женился? Вот ты! Кто? Ой-ой-ой. Ладно, пойду я домой. Да подожди, посиди, поговори. Не уговаривай. Скучно со мной теперь. Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье – десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Береги себя.